Мишки наши лопают. Обязательно в рационе либо лизунец, либо соль. Ячмень, рожь, пшеница и кукуруза мелко-мелко дробленая, для того, чтобы лучше усваивалось. Если зерно будет крупно дробленое, 30% выходит естественным путем. Быки что-то нервничают. Порода у нас преимущественно сементалы. Сейчас тыква поспеет, и сразу начнем рубить тыкву. А так мы им даем и морковку, и свеклу, и груши, и яблоки, и огурцы, и кабачки. В общем, все, что вырастили, и в большом количестве. Даем примерно пополам. То есть, 2 ведра дробленки, 2 ведра рубленой тыквы. Еще мы подмешиваем шрот подсолнуха. Очень хорошо идет на откорм. Мелко дробленый горох. Помимо сена, также мы даем люцерну. Они ее очень любят. Если кому-то стало интересно, мы можем рассказать полный цикл выращивания быков, начиная от телят и до самого завершения.